Анонс 10 серии турецкого сериала «Если сильно полюбишь», как мы помним. С предыдущих серий, когда Атеш сообщил детям, что он и Лейла собираются пожениться, то они очень удивились этому. Сама же Лейла не понимает, как она будет вести себя в этом доме, словно она замужем за Атешем. И как это все будет на самом деле? Атеш сказал Лейле, что может быть эта свадьба причина, и это будет большая возможность, чтобы помириться с семьей. Когда Атеш и Лейла были вместе, неожиданно появилась Фессон. Лейла сказала, что сейчас не самое подходящее время и место. Фессон посоветовала Лейле, чтобы этот маленький мозг она спрятала себе. Атеше не понравились подобные слова, и он попросил Фессон разговаривать правильно. Фессон указала пальцем на Лейлу и заявила, что эта девушка – самая настоящая лгунья. Продолжение вы сможете увидеть в 10 серии, которая выйдет на русском языке 9 сентября. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.